чего Создатель сотворил Вселенную, полную несовершенства, страданий, грехов. Лучшие умы, как на небесах, так и в аду, называют этот вопрос загадкой. Thank you.
слаще, чем я думала. Чего я хочу? Вечно недооценивают, вечно оскорбляют. Лишь потому, что я заслуживаю своего по праву. Чтобы победить.
посадить меня на колени.
я бы пренебрегла своими обязанностями, если бы не указала, что даже с талисманом будет очень непросто отыскать смертные грехи. Найти зависть было просто. Это был подарок. Дар, который я бы не рассчитывала получить вновь. Зависть ведь была, несомненно, слабейшей из смертных грехов. Что еще скажешь? Лишь то, что тебе, по-моему, должно быть известно. Армии небес и ада поделили мир людей на зоны влияния. Оглядись вокруг. Все это наглядное воплощение борьбы между порядком и хаосом. Ты взялась за весьма незавидное дело, учитывая обстоятельства. Потому и весело. Остальные грехи прячутся в разбитом вдребезги мире. Жажда власти заставляет их наносить удары и по ангелам, и по демонам. Их спесь приведет меня прямо к ним. Возможно, но тебе понадобится помощь. Я возьму все, что мне понадобится. Я знала, что однажды война обрушит на мир все это. Но убить? Его таланты впечатляют. Позволь напомнить, госпожа, что среди всяких нет равных тебе. Thank you.
там выжившие люди? Не моя забота, наблюдатель. То дерево выглядит внушительно, но лишь мне кажется, что оно здесь не к месту. Это древо Творца. Скорее всего, мы найдем там убежище. Чьими? А, я... Что мне? Паш, информ... Хоть... Что ты знаешь? Приветствую. Это позабавит нас обоих. Как хоть. Это как хочешь. Не спеши. Как хочешь. Пожалуйста, не спеши. Как хочешь. Вульгримы и его демонский язык. Они живут, чтобы кормиться на развалинах мира, которые помогли уничтожить. Так и есть. Но невзирая на свою жажду душ, Вульгрим может пригодиться нам в этом странствии.
Как же разрослись его корни. Они словно пронизывают все. Так и есть, госпожа. Любопытно, остался ли тут хоть кто-нибудь? Привет. Это позабавит как хочет. Заставь их кричать, всадник. В моё искренне... Сдаёт? Чёрт, убит. Направлять? Ой. Мне нужно... Я согласна. Где? Ищи. Да-да. Рада встрече, всадник. Добро пожаловать. Привет. Теперь я могу спать спокойно. Теперь я могу спать спокойно. Добро пожаловать! Он явно отдается своему делу всей душой. Ультейн? Он не видит, что действительно важно. Возможно. Он еще одна пешка, которая никогда не понять игру, в которую она играет. И ему нравится звук собственного голоса, не так ли? Не он один. Ты что-то сказала? Let's go.
здесь пахнет смертью. Поверь мне, мы 1000 лет были вместе. Внимательность вроде как положена тебе по званию, наблюдатель. Oh!
Леность. Я разное о нем слышала, но как же гадко видеть его воочию. Кажется, меня сейчас стошнит. Привет. Это позабавит нас обоих. Как хочешь. Пока, прощаю.
битве с достойным врагом, пусть и ненадолго, ведь он будет неминуемо уничтожен. Руку не выдохни. Не хлопая себя по плечу. Лечу. Как ты собираешься разобраться с этой тварью, моя кровожадная душа?
Пустота пламени. Что-то меняется, когда я ее сжимаю. Чувствую, как ее мощь пульсирует в ладонях. Ничего не чувствую. Словно приду через пруд. Ха! Невероятно! Не твое. То. Это не та. Раз. Ты не. Нет. Это позабавит нас обоих. Как хочешь. Пока, прощай. Чаюсь.